Здравствуйте, ребята! Я для вас приготовил гайд по быстрой прокачке в четвертом сезоне Diablo 4. Вот мой гайд. Прокачивайтесь быстренько до 35 уровня. Идете, переходите на World Tier 3. Идете сюда. Onyx Tower. Собираете сакрит шмотки, пока не найдете сакрит пушку. Уручную, ну или какую вам для билда надо. С этой пушкой идете в Хелтайды, качаетесь до 55 уровня. После 55 уровня переходите на World Tier 4, идете сюда, собираете анкестрал шмотки, пока не найдете анкестрал пушку двуручную, ну или какую вам надо для билда. С этой пушкой идете в Хелтайды, качаетесь до 100 уровня, ну там до 80. Потом идете в яму, в яме качаетесь до 100. Потом идете в Nightmare Dungeons, качаете глифы до 21. Поздравляю, вы прошли 21-й сезон. Все, всем привет.